назначая вам встречу на улицах и площадях Харциска, мы предполагаем прежде всего нашу общую встречу с историей. Историей, которая на каком-то уровне подсознания объединяет всех нас, которая незримо присутствует во всем, что нас окружает. В этих особенностях местного стиля домостроения и способах разбивки цветочных клумб, в представлениях о том, как должен выглядеть памятник и традициях, связанных с наименованием улиц. Давайте говорить об истории. Давайте выбирать место нашей встречи. Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Только в старших классах школы окончательно развеялось мое детское заблуждение, когда наконец выяснилось, что Карл Маркс, единственно знакомый мне в школе Карл, никогда не играл на кларнете. А Клара Цеткин, единственная известная мне в то время Клара, именем которой, кстати, названа вот эта улица в Харциске, не коллекционировала кораллы. И вообще, к моменту рождения Клары 40-летний Карл уже давно покинул пределы родной Германии и безвыездно жил в Лондоне. Так что жизненные пути Маркса и Цеткин не пересекаются, как не имеют общего перекрестка и улицы, названные в их честь в нашем городе. Не имеют, хотя, казалось бы, должны иметь, поскольку расположены в одном районе города и перпендикулярны друг другу. Эдакий топонимический казус местного масштаба. А вышло вот как. Улица Карла Маркса начинается с этой вот очень аккуратной, симпатичной усадьбы, которая как бы перенеслась сюда, в Харциск, из далекого Триера, родины основоположника научного коммунизма. На 30-м номере улица вдруг прерывается, и мы неожиданно попадаем на школьный двор. И только после этого мы можем выйти на улицу Клары Цеткин, которая, как видите, в этом месте ни с чем не пересекается. С одной стороны школа, с другой стороны техникум. И только там, за техникумом, находит свое продолжение улица Карла Маркса. Der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt. Сегодня Маркса и марксизм нередко валят в одну кучу. Между тем, сам Маркс, несмотря на болезненное тщеславие, презирал это понятие «марксизм». Узнав, что одна из европейских партий окрестила себя марксистской, он язвительно заметил, что себя лично он к марксистам не причисляет. Он не хотел быть апостолом толпы. Ну, хотел, не хотел, а его сделали таковым. На необъятных просторах Советского Союза были построены сотни, а то и тысячи храмов, названных, вот как этот в Харциске, именем Карла Маркса. А в сотнях тысяч домов советских колхозников в красном углу вместо святых угодников, а порой и вместе с ними, висел портрет красного апостола. На этой фотографии Карл Маркс со своей дочерью Женни. Кстати, фотография датирована 1869 годом, годом основания Харциска. Именно в этом году Фридрих Энгельс, обеспечив средства к существованию себе и семье Маркса, смог наконец-то оставить ненавистную ему службу на фирме отца в Манчестере и перебраться к своему другу в Лондон. А мы перебираемся на улицу Энгельса. Во многих городах бывшего Советского Союза улицы, носящие имена Маркса и Энгельса, это широкие проспекты, нередко пересекающиеся в центральной части города, как, например, в Воронеже или, скажем, в Благовещенске. Иное дело в Харциске. Улица Карла Маркса, как мы убедились, на проспект явно не тянет. А теперь видим, что и память о Фридрихе Энгельсе увековечена харцизянами в названии не самой большой улицы на окраине города. Главная ее особенность – это кусочек асфальта, который выглядит несколько вызывающе в районе,
где улицы в основном выложены булыжником, орудием пролетариата, за счастье которого всю свою сознательную жизнь боролся немецкий фабрикант Фридрих Энгельс. Странно, но вот улица Пролетарская лишена даже такой мостовой. Неужели местные пролетарии растащили на всякий случай все булыжники? Вообще-то Пролетарская находится в центральной части города и, пожалуй, вполне могла бы претендовать на асфальт. Но как-то уж так сложилось, что прерываемая то новостройками, то пустырями, она петляет где-то по задворкам. Знаете, как бывало после революции? Из буржуйского дома всяких там адвокатов-профессоров повыселят, а то убивают, отдадут квартиры гегемону. А пролетарии тут же дверь парадная заколотят и ходят себе через черный вход. Привычка, знаете, вторая натура. Параллельно улице Пролетарской, но тоже как-то невнятно, то появляясь, то исчезая, пролегает улица Свободы. Раньше это была довольно длинная по харцистским меркам улица, но после застройки центра города многоэтажками свободы в харцистке стало гораздо меньше. В смысле улицы, конечно. Но вернемся на Пролетарскую. В восточном направлении Пролетарская улица плавно и целиком логично в политическом смысле выходит на улицу Советскую. В некотором отдалении от этого места на эту же Советскую улицу выходит и улица 8 марта. Эта конфигурация выглядит вполне символично. Праздник 8 марта в Советском Союзе получился вполне советский, но не вполне пролетарский. Из Международного дня борьбы работниц за свои права он у нас довольно быстро превратился в день почитания женщины как таковой. Кстати, праздник 8 марта, дату которого креативно мыслящие работники Харцистского горосполкома зафиксировали в названии вот этой улицы, придумала та самая Клара Цеткин, в пару к которой мы сегодня пытаемся найти какого-нибудь Карла. И такой Карл в биографии Клары случился. Нет, замуж она вышла за русского студента по фамилии Цеткин и по имени Осип. А вот политическим партнером неистовой Клары на долгие годы стал сын Вильгельма Либкнехта, соратника Маркса и Энгельса. И звали его, разумеется, Карл. Сюда же на улицу Советскую выходит и переулок, носящий трудновыговариваемое имя этого известного деятеля немецкого рабочего движения. Партизанам повезло, и сегодня лишь один дом, вот этот имеет юридический адрес, переулок Карла Либкнехта. Другое дело, жители станции Диконской, им повезло гораздо меньше. Кстати, это недалеко отсюда, под Артемовском. В 1965 году, после переименования Диконской в Карла Либкнехтовск, они долгие годы вынуждены были именовать себя не то Карла Либкнехтовчанами, не то Карла Либкнехтовцами. Ужас! Так вот, совместная деятельность Клары Цеткин и Карла Либкнехта привела к созданию в 1918 году так называемого Спартаковского союза, преобразованного затем в Компартию Германии. Отзвук этих событий в Харцистке нашел свой отклик в названии вот этого переулка, который, собственно, упирается в западный конец улицы Пролетарской. Впрочем, называтели вполне могли иметь в виду непосредственно знаменитого фракийца, устроившего 2500 лет назад восстание рабов в Древнем Риме. Ну, не в этом ресторане, конечно. В общем, остается загадкой. Спартаковским назвали переулок в честь римского спартаковского восстания или в честь немецкого спартаковского союза. С определенной долей уверенностью можно лишь утверждать, что переулок не имеет никакого отношения к одноименной футбольной команде, призванной в свое время защищать спортивную честь московских пищевиков, работников прилавка и других бюджетников. Ибо сказано,
Шахтер чемпион. До встречи.